значение имени Гульбану. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Они верные, надежные и честные, уверенные в себе, амбициозные, любят риск. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Эти люди часто чувствуют себя проигравшими и разочарованными, поскольку их предназначение состоит в том, чтобы занять высокое положение. Они не смогут смириться с обыденностью, усердностью, а главное, никогда не останавливаться на пути к духовному, интеллектуальному и материальному совершенству. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические и художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.